Садханапада. Садхана — это не только сидеть с закрытыми глазами. Садхана также значит учиться работать. Садхана значит учиться быть среди людей с наименьшим трением. Это очень важно. Так что они будут волонтерами в различных проектах, будут работать в школах, работать с реками, они будут заниматься многим. Но используя все это в качестве садхана для собственного роста. Я не хотел заниматься лишь бы чем-нибудь, только потому что другие занимаются лишь бы чем-нибудь. Я посмотрел видео Садхгуру, в котором он говорит, что лучше всего быть где-то, где на тебя никто не влияет. Вот что привело меня сюда. У меня было много мест работы. Я жила в разных странах. Во мне всегда было это чувство незавершенности. Я всегда была в поиске, не зная, что именно я ищу. И через несколько лет я зашла в тупик. Я испытала такое отчаяние и гнев. Я просто не могла продолжать жить такой жизнью. Невозможно делиться счастьем, если в жизни вы не испытываете глубокое чувство счастья. Вы не можете дарить умиротворение, если вам оно не знакомо. И я знала, что я являюсь не лучшей версией самой себя, чтобы отдавать миру. Садханапада пришла в мою жизнь, когда я желала чего-то большего. Йога. Раньше я чувствовала скованность в теле. Но за последние две недели я увидела, как мое тело становится намного гибче. Последние два месяца, что я нахожусь здесь, я заметил улучшение. Я стал гибче, могу дольше удерживать асаны. Другой климат, другая еда, в особенности люди. Насколько они открыты. Люди в Индии очень жизнерадостные. Это помогло мне самому открыться, быть более радостным. Когда играет музыка, я могу начать танцевать и прыгать, и просто получать удовольствие. В качестве волонтера я сопровождал большую группу людей из России в путешествии по храмам Южной Индии. Это путешествие сделало меня более радостным. Я не беспокоился ни о еде, ни о сне. Я заботился лишь о том, что я могу сделать еще, чтобы улучшить их опыт. И в конце концов я получил гораздо больше, чем отдал. Мы работаем в соответствии с определенным графиком. Мы должны укладываться в сроки. Но несмотря на это, я не испытываю стресс. Я не чувствую себя перегруженной. Это сплошное удовольствие. Мое первое знакомство с Садхгуру было через видео на YouTube. Просто делать его слова доступными для людей, которые говорят со мной на одном языке, и на других языках тоже, для меня это большая привилегия. Преданность. Находиться в храмах и повторять мантры, это было очень глубоким и интенсивным переживанием. Осознавать, что я полностью открываюсь всему этому опыту. Это очень изменило меня, потому что я вышел из зоны комфорта. Пройти босиком весь путь в холод и дождь. Весь этот процесс действительно помогает обрести стабильность. Освященное пространство. Находиться здесь, в освященном пространстве, окруженным поддержкой, которую нам оказывали волонтеры и координаторы, это дарит желание просыпаться вовремя и делать все, что требуется. Одной из основных причин, по которой я решила приехать сюда, было осознание, что я могу находиться в этом пространстве, которое было освящено Садхгуру, и что Садхгуру будет присутствовать здесь физически. Культура.
Это уникальный для меня опыт — принять участие в празднованиях индийской культуры, Дивали, Наваратри, Понгал. Каждый день — это какое-то празднование. Буквально каждый день. Танцы на празднике Понгал — это был захватывающе и очень весело. Мне очень понравилось носить это сари. Если честно, это первый раз, когда я ношу сари и украшения в индийском стиле. Если есть что-то, что я бы хотел забрать с собой, это значение слова «благодарность». Это нечто, что поможет мне в жизни в целом. Мои ограничения были полностью разрушены. Когда я приехала сюда, я была словно остров. Я не была готова взаимодействовать с людьми вокруг. Это однозначно изменилось. Не на поверхностном уровне, а в глубоком понимании. Насколько вы эффективны и продуктивны в своей жизни, по сути, зависит от вашей уравновешенности и ясности вашего восприятия. Это даст вам свободу передвигаться по жизни так, как вы хотите. Мы хотим, чтобы люди взяли такой 6-месячный перерыв, чтобы инвестировать это время в свой рост. Если появится ясность и баланс, если появятся две эти вещи, люди и мир определенно станут лучше. Вот что такое садхана-пада.